депутати, депутат Харківської облради Олександр Скорик повідомляє, що вже дві доби по Харкову не прилітають С-300. Чи дійсно це пов'язано з тим, що наші партнери дозволили бити по території країни-агресорки Росії? Ну, росіяни, як мінімум, зараз відведуть С-300 за границю, где-то в 80 кілометрів від лінії границі. Это как минимум те ракеты, которыми мы уже работаем по С-300 российским, были уничтожены один комплекс или, по крайней мере, несколько установок пусковых С-300. Ракеты М-31 с Хаймерса, потому россияне сейчас их оттянут на чуть севернее, северо-восточнее, может быть. Естественно, пока не развернут новые позиции С-300 или С-400. С-400, да, бьет дальше. Потому она уже изначально за боевым радиусом пока тех средств поражения, которые нам разрешили работать. Потому без разрешения выполнения боевых задач с помощью ракеты М-39 для «Хаймерса», то есть кассетных «Атакамсов», хотя бы с дальностью 100 мильных, мы полностью не нивелируем эту проблему для Харькова. А сейчас, да, сейчас вот это есть окно, пока россияне перестроятся под наши системи пораження. От якраз продовження цієї теми, пане Романе, маємо новину про те, що в Сполучених Штатах Америки не виключають можливості розширення дозволу на використання американської зброї для України для ударів по території Росії в майбутньому. Ну, про це запевнив Джон Кірбі, теж хороша новина. От хочемо почути вашу аналітику з цього приводу, як ви сприйняли цю новину та які у вас очікування. Ну, логика процесса в этом есть. Мы это видим, динамику как раз правильную. То есть, если разрешили работать, а без этого разрешения просто Харьков бы снесли с лица земли. Медленно, но уверенно это было видно. То есть, С-300, а у С-300... С-300 у россиян ракет больше 5000. В принципе, там пол Харькова можно было бы отминусовать. Плюс КАБы. Поэтому это правильная, грамотная динамика. Опять же, лучше это сразу, то есть для того, чтобы, вернее, понимая этот путь, понимая, что его придется пройти, и однозначно дадут разрешение на работу теми же атакамсами по российской территории, без них мы Харьков не закроем без этой работы. Лучше бы сразу приняли решение на работу хаймерсами, то есть всем достаточным необходимым вооружением. Пане Романе, віримо, що не тільки хаймерсами можемо застосовувати саме ці комплекси установки для того, щоб бити по території країни-агресорки. І також, пане Романе, запитання вас до того, що сказав і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Заявив він, що удар німецькою зброєю по території Росії не призведуть до ескалації конфлікту, а лише дадуть змогу Україні захистити свої великі міста. Тут радше не про те, якою зброєю німецькою нам дозволили бити по території Росії. А що, на вашу думку, чи хто змусив змінити позицію канцлера Німеччини, хто все ж таки дотиснув? Опять же, логіка дій, воєнних дій. Здесь сильно не треба давити, здесь розуміння процесів. Коли починаєш розуміти процеси, іноді до громадських це теж доходить, особливо на пальцях, коли починають воєнні об'яснювати, то тоді принимается правильное решение, ну, то есть, исходя из той обстановки, в которой попадают войска. Поэтому, допустим, принять решение на использование в том числе и германского вооружения, эта логика всех этих процессов заставила Шольца, почему? Потому что он бы выпал бы из общей обоймы, из динамики развития информационного потока, так это точно. Я так думаю, что сейчас на данный момент, понимая, что, допустим, германское оружие пока работает на дальности, ну, где-то от 40, максимум пока до 80 километров, потому что те марсы, которые нам передавали немцы, а это практически копипаст Хаймерса, то есть те марсы, они работать будут все равно ракетами американскими, теми же М-31, и практически вся ответственность за принятие решения работы по этим ракетам лежит на Соединенных Штатах, потому в принципе Шольц сильно не рискует. А вот после того, как он примет решение, допустим, хотелось бы услышать такую же фразу от Шольца: «Бейте куда хотите». Когда он примет решение по передаче Таурус с дальностью 560 километров, а это до Москвы, потому
Может быть, у него и останется этот боевой задор к этому решению, когда будет принимать решение и по Таурусам, и по разрешению работать по территории России. От якраз продовження теми Німеччини, очільниця комітету з питань оборони Бундестагу, на питання, що трапиться, якщо західна зброя буде знищена російський бойовий літак на території Росії, вона відповіла наступне, що Росії не стане одного літака менше. От насправді теж хороша новина. На вашу думку, от, чи слід все таки очікувати, що від Німеччини наступний крок буде більш конкретний? Тут мається на увазі і можлива продача Таурусів. Ну, скорее всего, все-таки вопрос по Таурусам, это дальности больше 500 километров, будет решаться только после того, как пройдут все мероприятия летние, которые запланированы в Европе, начиная от выборов в Европарламент и заканчивая, наверное, французской во Франции Олимпиадой. То есть это целый процесс, который будет еще несколько месяцев длиться. Потому Таурусы мы, наверное, не услышим и не увидим до конца августа. А вот уже где-то с августа-сентября возможны эти моменты. Опять же, все будет зависеть от принятия решений теми же американцами. То есть, когда будут заходить F-16, они однозначно в течение лета будут заходить, с ними будут передаваться, скорее всего, ракеты «Джаз». А это тоже примерная дальность, средняя, где-то вот те 560, как и у «Таурусов». Потому вот именно после решения американцев передать нам эти ракеты «Джазм» и с разрешением работать ими по военным объектам на территории России, скорее всего, после этого только Германия примет решение на передачу, во-первых, и «Таурусов» с таким же самым, вернее, не с разрешением, а со снятием запретов для принятия нами самими решения по использованию этой техники. Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. На його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним. Чи так це, на вашу думку, чи дійсно членство в НАТО для цього не є необхідним? Нам для того, щоб обезопасити себе від Росії, як мінімум, треба встановити ядерний статус и довести до того, чтобы Российская Федерация распалась на составляющие ее федеративные образования. Это только даст мир Украине. И, естественно, членство в НАТО – это как раз для восстановления своего ядерного статуса. Быстрого восстановления. Почему? Потому что есть хорошая программа ядерного обмена, в которую сейчас включены несколько, 5 стран Европы, Турция, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, и вот сейчас Польша, может быть, Швеция в нее войдет, вот и нам надо в нее входить. Поэтому именно членство в НАТО и восстановление ядерного статуса, вот это даст условия, по крайней мере, безопасности Украины и уж точно не нападение России на восстановленную украинскую территорию. К этому еще надо прийти, к границам 91-го. Поэтому пока Байден, мягко так скажем, лукавит, скорее всего, из-за непонимания самих процессов ведения боевых действий и завершения боевых действий на нашей территории.